Владислав! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуй, очаровательная Снегурочка! Как хорошо, что каждый год друзья встречаются здесь с вами. И не в погоне за необычностью и чудесами, а чтобы отворить всем детям волшебную дверцу, найти через сказку путь к каждому сердцу. И время не властно, когда мы все вместе. Мы дружбой своей сильны, и каждой весною от сказочной семьи прими поздравления ты. И вот это моя временная рамка. Спасибо. Она особенная, именно татарская, казанская, а это на Шурале. Я его узнала. Вот, да, ты его видела. Мой самый лучший друг и сказочный герой наш татарский. Дорогие друзья, не замерзли еще? Замерзли? Вот там, говорит, замерзли. Ну-ка, я вам привез подарок. Свою любимую песню, под которую можно потанцевать. Начнем? Давайте. Сразу приготовьте руки. Приготовили? Поехали! Костромах!